8 октября 1955 года родился пианист, концертмейстер, профессор, отличник народного образования, заслуженный артист Казахстана Алтай Кусаинов. Сто шесть лет назад Карл Людвиг Неслер впервые продемонстрировал в Лондоне химическую завивку перманент, которая обязана своим распространением американской танцовщице Ирен Кастл. Восьмого октября 1967 года родился военный дирижер, начальник военно-оркестровой службы Вооруженных сил Республики Казахстан, кавалер ордена Петра Великого второй степени Александр Беляков. Шестьдесят девять лет назад житель штата Массачусетс Перси Спенсер запатентовал микроволновую печь. Первые печи высотой 175 сантиметров и весом 340 килограмм использовались в армейских столовых и больших ресторанах. 78 лет назад родился советский и российский киноактер Леонид Куравлев. За свою творческую карьеру сыграл более 200 ролей, а популярность и всенародную любовь Куравлеву принесла роль Жоржа Милославского в «Иван Васильевич меняет профессию».